Будь вы мужчиной, я бы дал вам по зубам. Будь я мужчиной, вы бы прятались от меня под столом. Таинственный гипнотизер. А теперь я продемонстрирую вам силу нефритового скорпиона. Не только заставит их влюбиться друг в друга. Моя Бетти Энн. Люби же меня, милый. Но и вынудит совершить преступление. Вы отправитесь в особняк Дилворса, войдете и откроете сейф. Исчезли драгоценности на несколько миллионов. Комедийный детектив Вуди Аллен. Чтобы поймать вора, нужно им быть. Помните об этом до завтра. Хелен Хант. Разве я похож на шарманщика? Скорее на шарманку. И Шарлиз Терон. Значит, это был я, да? Проклятие нефритового скорпиона. Смотрите на семейном HD.